Всем огромный-огромный привет! Сегодня у меня приехал и эйвонский заказ, чем меня очень удивило. Обычно в среду, а это уже сегодня вторник, еще сегодня вторник, а заказ уже приехал. Первое, что покажу, это набор из двух средств. Очень выгодно было его заказать по фокусу. 500-миллилитровая пена для ванны французская сирень тянет меня в последнее время на цветочные какие-то ароматы. Сейчас в ванну поставила жасмин, хочу еще сирень, чтобы была. Я всегда, когда очень выгодно, пены закупаю впрок. И средство для интимной гигиены кремообразное, многими любимое, не парфюмированное абсолютно. Ну, действительно, очень было выгодно, цену сейчас не помню, но еще, девочки, приглядитесь, действует каталог 17. Есть что там выбрать. Также одно из суперских предложений — это то, что вот этот вкладыш подарки от Avon. Там на все средства практически при покупке 3 и более скидка 40%. И по такой громадной скидке я заказала набор Blue мужской, который состоит из туалетной воды. И это у нас гель для душа. Это вообще самый популярный аромат. Действительно стойкий, свежий, и для него пришла вот такая вот подарочная обертка. То есть давайте покажу, как это выглядеть должно, потому что девочки некоторые говорят, мне пришла обычная вода, просто нужно посмотреть, возможно, где-то в коробочке затерялась вот такая упаковка, которую самой нужно, не вижу за камерой, ой, немножко надеть на коробку, и тогда у вас получается уже звездный подарочный, да, набор. Потом всегда я заказываю, когда супер скидки, вот такой набор, это X-Series, но набор не так важен, главное водичка. Вот это вот Ричард именно, любит у меня племянник, любит у меня клиенты, ну и, конечно, я его заказала, потому что, ну как, по скидке 40%, это грех не заказать. Тоже из разряда скидок, любимое средство моей мамы для снятия макияжа, именно вот это Avon True, оно обошлось, ну, вообще рублей там в 50-60, в 50, мне кажется, до 50 не дотянулось, со скидкой 40%. И к нему в парочку была тушь для ресниц, туши всегда нужны, всегда в ходу, это у нас супер длина акцент. Давно я не пользовалась такими тушами, но, насколько помню, они делают реснички тонкими, но длинными. То есть объема там действительно нет. Длина так длина, как говорится. Еще один наборчик из этого же комплекта. Это уже супер шок. Эту тушь мало кто не знает, кто знаком с Avon. И к ней черный карандаш, также Blasket Black, также один из самых популярных продуктов в Avon. Вот, конечно, заказала, впереди много праздников друг за другом. И я считаю, что это очень выгодно. По распродаже заказала спрей для тела кокосом карамбула, потому что я ребенка таким тоже брызгаю, он не содержит спирта. Это единственный спрей в Avon, который не содержит спирта. Вот, поэтому в обязательном порядке. Я его заказала по хорошей стоимости. Коллега моя заказала для дочери. По моей, ну, она сама выбрала, но спросила, как действие. И я ей сказала, что я пользуюсь сама, мне очень нравится. Это сыворотка для волос из серии «Драгоценные масла» с кокосовым маслом. На самом деле я пользуюсь такой сывороткой. Не жирнит волосы. У меня длинные волосы, густые. И если переборщить с маслом, масляными средствами, то утяжеляются, потому что они сами по себе тяжелые. Но вот от этого масла никаких проблем, кроме мягкости, гладкости, вообще приятности. Рекомендую всем, попробуйте, девочки. Не бойтесь, что у вас там как-то жирность вызовет, либо что-то еще такое в этом роде. Заказали у меня основу под тени. Она очень компактная и очень хорошая. У меня всегда такая есть наличие. Действительно, тени она оставляет на глазках долго, ничего с ним не делает и способствует тому, чтобы макияж вообще никуда от вас не делся и никак вас не скомпрометировал. Так, сейчас по мелочевке покажу. Прислали мне вот такой вот, представляете, пробник, а не ароматизатор, как вот эта открытка с Life, вот ароматизатор. Ну, такие открыточки, я им тоже рада, они там по рублю, что ли, приходят.
Я даже сейчас, вот, когда рассылала в ноябре за регистрацию, у меня девочки, кто зарегистрировался в мою команду в ноябре, я всем высылала мини-подарочки. И, наверное, первые, кому отправляла, у меня еще не было таких открыточек, а вот последние я просто подписывала «Спасибо вам за регистрацию» и к подарочку прикладывала открытку. Мне кажется, это вполне как бы так приятный такой момент дополнения, как бы выразить благодарность. Потому что я всех своих представителей люблю, всем им благодарна, что они выбрали именно меня. Пробники тоналок и новой воды мужской пульс Сидней. На них я в обзоре новинок, о них расскажу в обзоре о новинках первого каталога. Всегда заказываю вот такие вот. Вот видите, на этот раз немножко порвался, алюринг за 11 рублей, что ли он. Почему бы нет, он с распылителем. И заказала я два лака для ногтей по распродаже. Тоже они стоили, по-моему, 55 рублей. Первый оттенок называется вот так «Муди». Такого цвета был у меня, мне кажется, такой когда-то давно. И смотрите, такое ощущение, что им кто-то пользовался. Лак, да, как будто уже открывали и проливали. Давайте посмотрим, может, он еще и густой. Нет, так он жидкий достаточно. Вот. Сейчас посмотрим дату изготовления. Ну, вот как будто, да, потекло. Либо потекло, либо открывали, смотрели дату изготовления. Обычно, вот вижу где, но, наверное, не это. Без камеры посмотрела, ноябрь 17-го года, то есть до 20-го, вам, наверное, не видно будет. Только 17-й. В общем, до 20-го года, ну ладно, хорошо, что себе, но и за 55 рублей, ну ладно, может, кто открыл, посмотрел, чё ж теперь. Вот всякие люди бывают, у кого-то любопытство побеждает. И второй, они все пыльные. И второй, I Pink I Can. Давайте сразу тоже. А, тут вообще март 18-го года, вы не видите, я. Да, вот здесь март 18-го года, то есть этого года. Просто запылился на складе, давайте смотреть. Ой, какой пастельный прям оттенок. Был у меня такой, я знаю, многие его ругали. А, нет, не такой, ругали с шиммером. Люблю я такие оттенки, девочки, но приятный, согласитесь, такой нюд-нюд и очень офисный. Вообще, я последний раз закупила не от Avon, там лаки тоже у меня есть один такой нюдовый, возможно, они будут прекрасно смотреться в комплекте. Вот. Также, ой, не знаю, влезет ли в кадр у меня после того, как я заказывала совушку вот такую. Я, наверное, сниму ее сверху. Вот такая сова. Это держатель для пультов, но у меня Соня с ней играет и спит. И у меня родители заказали, потому что им Соня приезжала к ним в гости с такой совой. Она с собой таскает везде. И у них тоже подходит по цвету на мебель, на диван. И, в общем, они заказали тоже себе такую совунью. Вот, так что у нас теперь в каждом доме совы. Теперь, девочки, давайте смотреть пакет-сюрприз. Я решила заказывать пакет-сюрприз в каждом первом заказе каждой компании, потому что потом они, как правило, повторяются. Ну что, давайте смотреть. Первое, что я достаю, это бальзам для тела, интенсивная помощь, почему-то маленький-маленький формат, 30 миллилитров для сухой и чувствительной кожи. Давайте достанем, посмотрим. Дата изготовления. Ой! Как бы не сломать, я открываю. Сразу вот открываю, вижу дату изготовления 18-й год, октябрь, это свежайшая продукция. Я этому очень рада. Интересный, да, пойдет, скорее всего, на подарок. Приятно подарить такое вот дополнение к презенту, когда вот нужно много-много на работу презентиков понести коллегам, вроде чтобы не объемно было. Вот уже вижу тут пингвина, Соня будет очень рада, она любит. С ароматом яблока и корицы. Кстати, на этот раз пакет-сюрприз стоил всего 330 рублей. Поэтому, даже если он будет не совсем там какой-то дорогостоящий, а почему-то я уже думала 3 средства. А тут и всего, наверное, 4 средства только, да? Да, смотрите, пусто 4 средства. 2 показала вам. Значит, я приглядела, что 4. Третье средство. Это у нас лосьон для тела с ароматом клюквы и корицы. Пойдет у меня сейчас же в ванную комнату. У меня точно такой стоит гель для душа и спрей для тела. Приятный зимний аромат. Эти лосьончики, увлажняющие ее,
Ну, очень люблю, поэтому практически в кон. И четвертое средство. Это тушь черная. Black. Так. Как называется? Что-то я не вижу. Не вижу. Наверное, на русском нету. Нет, посмотрела внимательно. Нет, на русском, но написано, что объемный тушь. Скорее всего, это мания объема. Больше у меня предположений нет. Неплохая тушь, но почему-то 4 средства. То ли напишите, девочки, у всех 4 средства было. У меня вот 4, а не 5. Ну, тогда получается стоимость оправдана. 4 средства за 330 рублей. Да, ну так себе. Уж точно я в этой компании повторять уже пакет сюрприз не буду, но вам показала, чтобы и вас предостеречь. Как всегда, заказала пакетики просто, да, заказы вкладывать в них. Прислали мне и распродажу первого каталога, и, собственно, сам первый каталог. Обзор на него отсниму сегодня-завтра. И фокус. В фокусе хорошее предложение. Все вам расскажу, покажу. Вот. И уже прислали второй каталог. Тоже самое интересное полистать. Обязательно потом вместе с вами полистаем. Все, девочки, это такой небольшой у меня заказик по 17-му каталогу. Он первый, будет еще и второй. Надеюсь, вам было интересно. Есть вопросы, пишите. Хотите зарегистрироваться, тем более пишите. С удовольствием вас зарегистрирую. Всем пока-пока. Большое спасибо за внимание. До встречи в новых видео.